Это Сурик-джан. Он зашел в Warface и его тут же нагнуло. Ой, сука, Сурик-джан, это что такое, блин? Что тут арбуз вообще делает, придурок? Не слушай его, братуха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Вип-ускоритель на 14 дней и вот такие офигенные пушки. Да они же мощнее, чем батоны у твоей подружки. А при первом пополнении счета плюс 100% кредитов придет. Врывайся, братуха. Warface тебя ждет. Зрители жалуются, что давно не было анекдотов. Не вопрос, сейчас сделаем. Как-то раз трое мужиков померли, попадают в рай. И вы знаете, в раю Господь им говорит: вы все жили неплохо, поэтому все остаетесь здесь, все нормально. Но в зависимости от того, насколько вы были верными своим супругам, вы будете вечно ездить на каком-то автомобиле. Один признался, что он изменял своей жене 10 раз. Получил Запорожец. Второй изменял 5 раз, получил Волгу. Третий не изменял ни разу. Ему достался Мерседес. Через месяц они снова увиделись. И тот, который с Мерседесом, сидит такой грустный, сука, на нем лица нет. Они его спрашивают: ты чё такой грустный? Тебе же вечно будет доступен Мерседес. Я сегодня жену свою встретил. Эта сука на роликах катается. Не самая лучшая карта для снайпера. Да, есть такое. Но, ребята, когда нас это останавливало? Сегодня у нас PGM Ultima в топовой сборочке. Третий мод дискуссионный. Можете поставить стабильность прицела. Но я считаю, что он тут и так годнотело. Поэтому кучность, чтобы, если что, использовать пушку как дробовик на ближних. Да, посмотрим, что из этого получится. Ага, вижу, медик побежал, лови. Смотри-ка, поймал. Да, прожарка успешна. Братан, это жена тебе такие модные часы подарила. Да, типа да. Худеть будешь? А буду, сука, вот всем назло буду. На этот раз, ребят, реально похудею. Подкачаюсь. Буду... Ах, детка, я буду секс-символом Warface, вот увидите, кто в меня не верит, вы все пожалеете, сука. Все девочки будут мои, они, в принципе, и так все мои. Вот одна тут со мной бегает, вторая, третья. Ну, ник, конечно, не очень женский, но тем не менее, не суть. Я буду секс-символом Warface, вот. Решено, сука. Запатентовано. Ну-ка, давай. Надо врываться, потому что тут медики, как бы это может быть всяко. Ах, ой, ты, сука! Братишка, с такой игрой ты будешь гачи-мучи символом Warface. Welcome to the club, buddy. Ай, сука, подъебнул! Если честно, до этого момента считал, что в Warface более тяжелого якоря, чем ты, не существует. Ну ладно, Кэп, ну чё ты, блин, придираешься к человеку? Ну тупануло, ну стеночку немножко пошел, с кем не бывает, ребят. Каждый ведь хоть раз в жизни он упутался в управлении. Но бывает. Может, пинг у него. Может, у человека, ну, не знаю, выпил немножко. От... Да, блин, как так? Стой, стой, молодец, вот так, да. Рагутагин, а у тебя кроме Бибы и Бобы будут противники в этой каске или нет? Не знаю, Кэп, меня все устраивает, сука. Биба или Боба, главное, что успех, я так считаю. Попадание на бивень. Зато что-то новенькое, молодец. Не усни, смотри. Да не усну, не переживай. Я вот даже там. О! Да блин, а где звук-то, сука? Во, зато это, блин, хорошо. Молотов работает, прожарка успешна. Давай. Так они и вышли. Выйдут, выйдут, Кэпчик. Поверь мне, у меня нюх, сука, на эту тему. Я-то знаю, что к чему. Давай, ну пожалуйста, родненькие мои. Да, мой сладенький, лучший на свете. Люблю тебя. Давай. Да, детка, вот так. Давай, давай, давай. Ну. Да, детка, это успех. Блин, я такой счастливый сегодня. Я играю в любимую игру. Не за любимый класс, правда, но а что теперь делать? Все равно Годнателло идет, и это самое главное. Давай. Да боже, Рачелло, тебе самому-то не стыдно в такой комнате играть? Да я, блин, это полное, как я с ней играть-то буду? Ты конченый, это топовая болтовка. Да при чем тут пушка? Я дно, понял? Я дно, блин, я не умею играть за снайпера. Что ты придираешься? Идет и идет, и замечательно, и прекрасно. И не надо вообще негативить по этому поводу, я считаю. Все идет замечательно. Вот так, детка, да.
Успехи пошли! Вот так, детка! Блин, походу я умею. Да, однота. Ну чё, давай. Раз на раз, всё честно. Нифига не честно, сука, я за снайпера играю. Был бы штурмовик, инженер, медик, была бы совсем другая песня. Ну ладно, что теперь делать? Снайпер так снайпер, выбора-то никакого. Давай пробовать. Говно плен для тебя. Ну, согласен, да. С другой стороны, может, он этого не ждет, и тут как бы, ну, услышать противника легко, если он подходит. А там с этим сложнее, там синий, желтый, жопа, короче. Какой-то звук. Давай! Да, детка! Сочно! И прочно! А ты, я смотрю, ни разу не крыса, да? Кэпчик! Я крыса, потому что он крыса. Просто я более крыса был. Ожидаемо. Да, детка, есть пробитие, сука! Второй пошел! Да, детка, да! Блин, успех! Ну, бас, конечно. Но ты справедливо заметил, что не снайпер. Потому прощаем. Благодарю, вы весьма любезны. Вот так вот, друзья. PGM Ultima Ratio. Классная винтовка. Мне она нравится, хотя я не снайпер, но, по моему мнению, если брать именно болтовки, самое приятное и, возможно, лучшее из тех, что есть на сегодняшний день в нашей прекрасной игре Warface. Вам огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, чешите яйки, вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. И мы увидимся с вами. Ракутагин, а где арбуз? Конфискован в качестве вещдока. Забудь про него.